Спасибо, что включил с тобой Герасев. И сегодня ты узнаешь, кого мы с Греком в очередной раз принесли в жертву. И кто еще помимо меня все это время вел двойную игру. А я напомню, что в предыдущих видео дальнобойщик Леха, благодаря сделке с которым я, собственно говоря, и устроился в картель, рассказал боссу, что крыса, которую они так долго искали, это я. А ведь я не только помогал неблагодарной жирной этой твари скрываться от картеля почти полгода, но и придумал просто гениальный план, как искупить все его грехи перед боссом и при этом сделать это так, чтобы мы оба вышли сухими из воды. Но, похоже, он из-за своей непроходимой тупости решил не всплывать на поверхность, а решил утянуть нас обоих на дно. Я расскажу все! Все как было! А крыса! Нет! Я расскажу все было от начала до конца. Действительно, груз сгорел, но он сгорел не случайно. У меня угнали фуру, мою машину. Потом вызвали меня и при мне ее сожгли. Среди вас работает крыса. Кто? Она находится в вашем ближайшем окружении здесь. Это крыса, он... До этого я уже 1000 раз показательно доказывал свою верность картелю и лично боссу. Мне пришлось стрелять своего напарника и, не побоюсь этого слова, друга Грека. Украсть трупы своего знакомого патологоанатома Эдика, и я даже привел к боссу на казнь ни в чем не повинного человека, который под моими же пытками сознался в том, что крыса он, а не я. И все эти усилия, все мои мучения пошли просто коту под хвост из-за того, что одна жирная свинья хрюкнула в самый неподходящий момент. Давай не надо, прошу! Отдал деньги, но только для того, чтобы просто вы его не убивали. Я говорю, все, теряю сознание. В тот момент я попрощался с жизнью и даже не подозревал, что выйти из подвала босса мне поможет не мое умение складно врать или моя дружба с Греком, которая рушилась с каждым разрядом тока. По иронии судьбы, с того света меня вытащил тот, кто обычно провожает людей в последний путь. Тебе развяжите меня, они меня в плену взяли, да? Все, Сань, куда? Пошли все! Это не я, босс, это не я! Изгранися! Босс, это не я! Твою мать! Что вам? Нет. Это он. Машина. Признаться честно, тогда я уже 1000 раз пожалел, что вообще влез в эту историю. Да, я с самого начала был готов пострадать за справедливость, но вот несправедливо пострадать – нет. Однако, когда мне уже показалось, что выхода для меня нет, и в зависимости от мастерства адвоката я точно не выйду еще лет 10-15, я в очередной раз убедился, что в жизни иногда случаются повороты покруче, чем в любом гангстерском кино. Здравствуйте. Здорово. Работаете? Безработный? Учитесь? Работаю. Где работаете? Я доставщик. Как называется организация ваша? Какая разница? Какое имеет значение? Как-то связанные с картелем. Не понимаю, о чем вы. Давайте объясню. На месте, где вы были найдены, было совершено убийство. Убили некого Алексея Митрохина. Знаете его? Нет, не знаю. Не в курсе. Знаете, что это такое? Пистолет. Пистолет. А знаете, чьи на нем отпечатки? На вашем отпечатке. Какие отпечатки? Я не понимаю, про что вы говорите. Я требую адвоката прямо сейчас. Мне нужен адвокат прямо сейчас. Почему ты меня... Я задаю вопрос, а ты молчишь. Что вы говорите? Он мне показывает какой-то пистолет. Про какой-то картель спрашиваю. Я работаю доставщиком еды. Что мне мое делает? Есть видео. Есть отпечатки, есть труп. Какое видео? Так, Миша. Если ты молчишь, он свалит, и он не будет отсвечивать. Тот самый Эдди, которого я поносил последними словами и даже подставил, оказался настоящим другом и помог мне выйти из этой ситуации. И пускай я подписал признание, которое позволяло следователю держать меня на коротком поводке, главное, что я был на свободе. А моя цель, которую я так долго и упорно шел, казалась выполненной. Картель был разрушен, но, конечно же, все это складывалось слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ёб твою мать! Тебя это... Какой, извини? Я... Не-не-не-не-не! Даже не смей! Даже... Это... Как у... Ты умышь вообще? Шайба. Что происходит, блядь? Что происходит? Звонок сверху поступил, он не виноват. Ты с дуба рухнул, они меня убьют, блядь. Они убьют.
Грек ваш виноват, Грек, понятно? Какой Грек виноват? Несешь, блядь, это он! Он глава картеля, ты как, не понимаешь? Хочешь с Греком поменяться, давай? У меня там лежит давай документ. Ты что, несешь, блядь? Твоя явка с Полиной у меня лежит. Пена продажная, ты давай, блядь, вот тут ты. Тише мне, я них. Чтоб я вас, ни тебя, ни... Спокойно. Все. Стой! Пошли вон! Я понимал, что картель не оставит меня в покое, и мне срочно нужно бежать куда подальше. Однако я не мог оставить Грека в беде. Несмотря на то, что между нами было, я уже достаточно хорошо знал Грека и мог с уверенностью сказать, что в душе он был хороший человек и не заслуживает сидеть в тюрьме за чужие преступления, и тем более за те преступления, которые совершил я. Заправились тут у вас что-то где-то. Где заправились? Километров 10 заправка. Что, вы что, не понимаете, заключенного везете или как? Да, это пирус заключенного. Ну окей, ну что, ну давайте довезу, ну давайте довезу его, что надо. Все, пакуйте. Садись. Так, и машину свою закройте там. Окей, ну прыгайте. Я предупреждаю, машина может не доехать. Вы бы по башке вот лестнице. Нормально ехали, нормально ехали. Ох, прохлит. Какая, какая-то проблема с машиной. Ох, ох. Следовательно, надо кое-что подъезжать. Я говорю, он все, да. Все, мы встали. Ну, карусель, блядь. Нет, давай сюда, давай, скорее. Скорее, блядь, скорее. Быстрее. Стой. Стреляй! Прыгнись! Уехал! Тварь! Получилось! И вот как вы думаете, как после этого мне отплатил Грек, которому я только что спас жизнь уже второй или третий, или какой там уже раз я запутался? Наверное, он поклялся мне в вечной верности, пообещал прийти мне на помощь по самому первому моему зову, ну или хотя бы соизволил сказать мне спасибо. О нет, по всей видимости, по древнегреческим традициям поблагодарить равно набить морду. Вот он! Получилось! Что случилось? Ты что, я тебя вытащил? Ты что, не понял? Я ни при чем здесь то, что вас загребли! Я ни при чем! Твой босс тебя собирался кинуть. Вот и все, через хуй ты для него никто, как и я, как все остальные, для него бабки важны. Первый и последний раз, что ты меня обманываешь, Саня. Я тебя не обманывал, это была все тонкая игра, чтобы вот сейчас так вышло. Короче, там мне долго придется объяснять, но я объясню. Все, Грек, все, заебись. Все. После того, как Грек наконец-таки разобрался с тем, кто ему на самом деле друг, а кто враг, мы отправились обратно в город и еще долго разговаривали о том, кто я такой и каковы на самом деле мои цели. Я объяснил ему, что не хотел его подставлять, а просто не понимал, в какую опасную авантюру я сам залез. Однако теперь, когда я узнал про картель и даже их методы больше, чем мне хотелось бы, я понимал, что наш с Греком единственный выход – это действовать сообща и постараться спрятаться как можно лучше, в надежде, что каким-то чудом босс просто про нас забудет. Полиция сейчас будет искать картель, сейчас и меня будут искать, поэтому нужно принимать какое-то решение. Давай. А что хочешь? Ну есть и куда, если что, прятаться? Есть, конечно, есть. Не, нам надо прям жестко где-то, ну, залечь на дно. Прям ебнуто, то есть ты не, без телефонов, без всего, просто где-то залечь и все. Есть, все есть. Мы с Греком договорились, что на всякий случай ни он, ни я не будем знать о месте, где каждый из нас решил залечь на дно. Я не верил, что босс оставит нас в покое, поэтому каждый день мы созванивались по левым симкам, чтобы убедиться, что все в порядке. Сначала все было спокойно, но со временем я все чаще стал встречать на улице людей, которые всячески старались скрыть от меня свое лицо и подозрительно часто посещали те же продуктовые магазины, что и я.
Пару раз эти подозрительные личности даже следовали за мной до самого подъезда, и я уже мысленно прощался с жизнью, но в тот самый момент, когда они должны были накинуть мне на шею удавку, они просто проходили мимо. Ведь, по всей видимости, это были случайные прохожие. Из-за всего этого мне уже казалось, что я схожу с ума, я устал разбираться, что происходит на самом деле, а что является продуктом моей паранойи. И как бы это ни было опасно, мне было просто необходимо встретиться с Греком, чтобы разобраться в том, что происходит на самом деле. Здорово. Что, у тебя нет какого хвоста на тебе? У тебя есть? А? У тебя есть хвост? У меня-то точно нет, я тебя спрашиваю. Сейчас не было никого, сейчас точно? Если мы вдвоем с тобой увидим? Нет, не было. Нету, что говорю. Нет. Какая-то информация есть? Что, нашел что-то? Какая-то? Есть. Ну, за нами следят все дырки следят. Все. Кто все? Все картели, ментяры эти все за нами следят. Картели, менты, все за нами следят? Все. Я не знаю, что делать. Надо что-то решать. Есть план какой-то? Я придумал один. Если поедем через Беларусь на автобус, похуй как. Заедем через Беларусь. Я уже однажды ездил в Беларусь. А как сделать? Давай придумай. Ну что, почему ты хочешь? Потому что там границ нету. Да. И что мы бесследно пройдем, типа не на 100 тысяч, да. В казино играем, там, да, ну же там, реально, кайфуем жестко, правильно? Кайфуй. Да. Так не будет, братан. Они нас найдут и там, если надо. Да никто не найдет, тебе говорю. Ты в этом казино, когда там напьешься, 100% они туда и придут, тебя хлопнут. Да ничего не будет, я тебе говорю. Хоть план Грека и был по-детскому наивен, и, по всей видимости, он позаимствовал его из фильмов про Джеймса Бонда, я был согласен даже на это. Ведь это был наш последний шанс. Но совсем скоро у нас не осталось даже этого. Я просто как будто альтернатив немного, это на самом деле. Да, я тебе заказал, как ты просил. Тихо. А? Тихо. За мной следят. Не говори. Тихо, убери. Саня, ну почему с тобой? Не ори, в смысле, кто следит? Ты с ума сошел? Я тебя спросил, на тебе есть хвост или нет? Знаю. Я спросил, есть на тебе хвост? Давай оплачиваем и уходим. Подожди, а можно посчитать, пожалуйста? По карте. Ты любой, да, в смысле? Ты всего-то решил, что это с картеля? Ты давно видел людей в масках? Когда у нас карантин закончился? Карантин? А, не в медицинских масках? Тихо. Да. Не палец. Да. Ты так палец. Да, потому что ты привел. Может, ты за собой привел. Давай прыгнем в окно и бежим. Нет, подожди, пускай она придет и это, мне оплачивает. Она про что-то разговаривает, про что-то говорит такое. Они при людях не станут, да? Если они нас поняли, блядь, что мы заметили, они нас застрелят здесь. Что, блядь? Еще раз. Застрелят. Они понимают, что мы поняли, что они за нами следят или нет? Я не думаю, что они поняли. Они, блядь, оружие бы достали сейчас. Куда я скажу? Не смотри, сука, за ними, не смотри. Ты не ори лучше, блядь. Ты будешь больше внимания привлекаешь. Блядь. Мы сейчас не уйдем, у меня с собой ничего нет. QR-коды можно оплатить? Вместе QR-коды можно оплатить. Спасибо большое. Чай и кофе за 1800, здорово. Блядь. Сейчас спокойно встаем и уходим. Спокойно, давай допивай. Я встаю, ты за мной. Не смотри на них, Они за нами уходим, направо. Когда мы уже вышли из кафе, я, честно говоря, не знал, что нам делать дальше. Все мои инстинкты приказывали бежать, но головой я понимал, что это может спровоцировать наших преследователей. Так что все, что нам оставалось делать, это просто, не подавая вида, пытаться скрыться. Однако, как бы мы сильно не пытались петлять, как бы мы сильно не пытались запутывать там наши следы, наши преследователи всегда наступали нам на хвост. И, честно, я не знаю, сколько бы еще продолжалась эта игра в кошки-мышки, если бы мы сами не завели себя в мышеловку. Да, блин, точно убежать-то некуда. Если они нас догонят, нам полный, ты понимаешь? Да, влипли мы, короче, с этого. Опа. Они за нами? Блять! Блять! Что
делать? В этот момент все напряжение последних дней разом обрушилось на меня. Я буквально почувствовал, как адреналин, подгоняемый барабанной дробью сердца, жжет мои сосуды и вены, направляясь прямо в мозг. В таком состоянии я уже сам не понимал, что дело. Мое тело двигалось само по себе, принимая лучшие из возможных решений для моего выживания. Что делаем, Грей? И только оказавшись по макушку в воде, я понял, насколько это была тупая идея. Преследователи все еще наступали нам на пятки, столько лишь с той разницей, что теперь наши пятки стояли не на твердой земле и даже не доставали до дна. Помните, что я говорил вам про древнегреческие обычаи? Пока я был настолько благодарен капитану, что готов был драить палубу его катера до скончания своих дней, грек остался верен традициям и сказал спасибо, но только в своем стиле. Что ты сделал? Я думал! Только когда люди картеля остались далеко позади, я наконец-таки смог вдохнуть полной грудью. Еще час назад максимум, о чем мы могли мечтать, это побег в Белоруссию. А сейчас в наших руках оказался катер, который за несколько часов сможет доставить нас в Финляндию. Глядя на бескрайнюю водную гладь, я понимал, что именно так выглядит свобода. Ведь даже у босса не настолько длинные руки, чтобы дотянуться до нас через Финский залив. Осознав это, я впервые за долгое время заметил, что на улице вообще-то лето и прекрасная погода, которые раньше были скрыты от меня за пеленой страха, паранойи и нескончаемого насилия, захватившего мою жизнь. Это с ума сойти, мы это же уехали, да? Пока продадим, это просто капец! Скажи нам, мы им подсыпаем! Это капец! Мы едем! Выбиваем! Это с ума сойти! Мы эту лодку сейчас ударим про Финляндию! И, конечно же, как обычно, когда я уже окончательно поверил, что опасность миновала, один маленький, почти неслышный звук с грохотом обрушил все мои мечты на хэппи-энд. Я, честно говоря, все, уже вроде согрелся, уже не так холодно. Можно, может, и газку добавить, не? Вообще газ. Газку добавляем или нет? А? Добавляем газку или черт давай, с ним? Давай, газ. Ой. Я сейчас игра не знаю, но вот там вот вроде вон Финляндия. Вот, у нас! Что происходит? Стой. Что происходит? Блять! Естественно, босс не собирался отпускать нас без боя. Более того, наше решение уйти от погони на катере, которому я так радовался минуту назад, сыграл с нами очень злую шутку. Теперь нам буквально было некуда деться от наших преследователей, и их руки не были связаны свидетелями или полицией. Очевидно, что в тот момент я тысячу раз проклял себя за то, что тогда на мосту принял опрометчивое решение, прыгнув в воду. Без сомнения, это была ошибка, но, как говорится в хорошей русской пословице, клин клином вышибают. Минус на минус дает плюс. Против лома нет приема, короче, вы поняли. Единственное, что мы могли тогда сделать, это совершить еще один прыжок. Я не отстаю! Куда? В воду? Нас туда еще? Да ебанда, мы утонем здесь, нахуй! У них калаши не нас расстреляют просто! Хорошо, только нет! Нет. Прыгай. Ушли в долоки.
Когда я увидел, как гидроциклы гонятся за пустым катером, то понял, что все наши с Греком решения, какими бы они неудачными ни казались, были нам на руку. Теперь нам уж точно удалось сбить преследователей со следа. Ведь чтобы догадаться, что мы посреди Финского залива решили броситься в воду, нужно быть настоящим экстрасенсом. Однако, когда пытаешься перехитрить всех вокруг, главное заодно со всеми не перехитрить самого себя. И пусть нам теперь удалось побороть людей-босса, теперь нам еще предстояло побороться за выживание против целой стихии. Мы посредине хуйня просто. Саня, я тебе обещаю. Я вижу Питер, но он просто в 100 километрах от нас. Мы в жизни не доплывем, блядь. Саня. Ты, блядь, умеешь, блядь? Я умею, блядь. Грек. Я тебе обещаю, если мы отсюда выберемся, я буду хорошим человеком, брат. Грек, иди сюда. Дай руку. Все будет хорошо. Не топи меня, слышишь, блядь? Все будет, с ногами дрыгай, но не утонешь, блядь. Сейчас кто-нибудь проплывет, это вижу, там корабль вдали. И нас спасет. Главное, что они уплыли. Я думаю, плывем вот туда, к берегу. Поплыли. Плыви. Я не чувствую руки, брат. Плыви. Все нормально. Как вы понимаете, положение наше было не из лучших. Температура и так холодной воды падала все ниже и ниже, а ночь была не за горами. Кроме того, если я еще хоть как-то стабильно держался на плаву, то Грек совсем не справлялся с ситуацией и все время норовил нырнуть под воду так, чтобы уже никогда не вынырнуть. Холодная вода, Саня. Я знаю, все. Отдохнул, все. Все, брат, давай. Идешь дальше? Я нормально, нормально ищу. Есть силы. Идем туда. Вот видишь, где дома вдалеке? Вот видишь дома? Вот туда, да, все. Нам туда. Саня, ты теряешь много энергии. Блин, уж просто по течению нас до Финляндии донесет. А? Саня, не надо смешить, Саня, блядь. А если шторм будет? Это пиздец. Мы же умрем, да? Все, плывем еще. Видишь, там танкер какой-то вдали. Блин, под нами просто сотни километров воды, через сколько метров. Саня, я так не вижу. Шансов спастись, кроме как доплыть, нету. Поэтому соберись, если ты хочешь жить, если хочешь встретить свою жену, своих детей, то тебе надо плыть. Слышишь меня? Руку. Пошел, блядь. На, хватит барахтаться. Плыви, блядь. Грек, ты мужик или кто, блядь? Плыви, блядь. Три воды уже. Плыви! Что ты, Саня? Плыви! Ребята, вы себе не представляете, что мне пришлось пережить. Как много сил, как много энергии, как много... не знаю, здоровье мы потратили в этот день. И это все для того, чтобы снять в том числе и для вас интересное, классное видео, которое вам, надеюсь, сейчас нравится. Если оно вам нравится, и вы хотите нас поддержать, то, пожалуйста, поставьте этому видео лайк и обязательно подпишитесь на канал. Подписка – это даже более важная история, чем лайк, и обязательно с колокольчиком. Если вам нравится наше видео и вы хотите получать уведомления о них, пожалуйста, подписывайтесь и поддерживайте меня, Грека и всю нашу команду. Мы для вас стараемся каждый день, снимаем каждый день видео, несмотря на все проблемы с монетизациями, с блокировками, с замедлениями и так далее, продолжаем работу. Пожалуйста, ребята, не оставайтесь в стороне, подписывайтесь и ставьте лайк этому видео. Спасибо, брат, за все. Я не хотел, честно. Все нормально. Я не хотел тебя обидеть. Ты тоже меня просил, что я тебя обманул. Я пошел ее. Не только не это, все ожидал, но не только тут умирать, брат. Я этого не хотел никогда. Про себя тоже, что я тебя обманывал, подставлял, и из-за меня мы по факту здесь. Да, конечно, это ты предложил прыгнуть с этого моста. Юрич. Либо нас убили, Саня, если бы не... Ну, тоже согласен с тобой. Они бы нас убили. Ладно, Грек, не... Нет, Грек, я тебя держу, еще все нормально. Я тебя держу, все хорошо. Расслабься, я тебе голову подержу, ляг на спину. Все, отдохни. Все, держу. Все, сам, все. Два сам всего нет. Все, держу. Все, 10 секунд отдохну, плывем дальше. Самое ужасное, что мы не приближаемся ни на секунду. Это просто ужас. Волны уже большие. Мы, походу, так и умрем. Мы, походу, так и умрем. Мы вот так вот просто уйдем с тобой на дно. И все. Держись. Нет, ладно. Надо плыть.
Куда-нибудь, но надо плыть. Мне и самому было не просто плавать в таком холоде. А тут приходилось еще и приглядывать за греком. Но после всего, что с нами было, я попросту не мог бросить его на произвол судьбы. Поэтому старался за двоих. Я понимал, что силы мои на исходе, что скоро мне придется выбирать либо спасаться самому, либо умирать вместе с греком. Но, к моему счастью, почти перед самым моментом, когда надо было это, собственно говоря, решать, на горизонте появился луч надежды. Ну, ничего, Сырки, Сырки. Помоги мне, пожалуйста. Расслабься. Лодка! Эй! Эй! Тихо! Живи! Все, 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 они... Держись! Помогите! Держись! Моя кровь, это же не мираж! Это реально кровь! Помоги нас, пожалуйста! Они тут! Они тут! Они тут! Мы спасены! Саня! Саня! Мы спасены! Вы спасены! Помогите! Вы выпали с лодки! Помогите! Мужики! Пожалуйста! Помогите, ребята! Мужики! Мужики, поднимите нас за лодку, пожалуйста! Где, Саня? Все нормально! Ну, пацаны, пацаны! Пацаны, пацаны! Вытащи! Залезай! Залезай, любой способ залезай! Просто довезите нас до берега, пожалуйста! Саня! Молодец, Саня, держи! Мы выжили! Вперед! Да, спасибо! Скажу вам честно, никогда в жизни я не думал, что смогу так сильно обрадоваться людям, от которых пахнет сырой рыбой и опарышами. Шанс того, что хоть кто-то заберется в такую глушь рыбачить и тем более заметит там две маленькие точки посреди бескрайней толщи воды, был настолько мизерным, что все произошедшее нельзя назвать иначе, чем настоящее чудо. Так что я отказывался верить в столь счастливое спасение, пока мы с Грегом окончательно не забрались на эту лодку. Эти, не побоюсь этого слова, святые люди были настолько добры к нам, что не только не задавали нам с Греком лишних вопросов, но и согласились подбросить нас до ближайшего берега. Мы шли по воде так быстро, как только позволяла лодка, но мне все равно хотелось быстрее. Так что, наверное, вы понимаете, что я испытал, когда наконец-таки разглядел вдали берег. А уж когда я ощутил под ногами землю, то почувствовал, как все силы, которые потратил на этот долгий день, возвращаются ко мне, как будто я Илья Муромец, которого подпитывал родная земля. Слава, это пи***ц. Это просто пи***ц. Мы просто в говне, конечно, полном. Ситуация дерьмо. Потому что они нас довезли в какую-то глушь, ебаную. Даже хорошо, потому что в городе нас ищут. Пойдем на трассу куда-то. Искать кафешку какую-то. Блять, тут уже машины, уже все. Какой-то маяк. Что, что ты там не обоссался, хочешь сказать? Нет, какой был? Я там обосрался. Солнышко, кстати, греет неплохо. Нет. Слава богу, а. Господи, они там что-то на мель, по-моему, встали, не уплывают. Что делаем дальше? Все, идем. Я очень хочу в какое-то теплое место, где есть чай. Сейчас что-нибудь придумаем. Пошли, найдем людей. Цивилизацию и так далее. Как оказалось, рыбаки нас выбросили достаточно в безлюдном месте. И учитывая, что нас продолжали искать, это было нам только на руку. Главное, что наши ноги наконец-таки касались твердой земли, ведь за это время мне уже так сильно надоела вода, что теперь я был согласен терпеть ее только у себя в душе, исключительно в теплом и в ванной собственной квартире. Поэтому я даже был рад тащиться по лесу и бурелому до придорожного кафе, где мы наконец-таки смогли согреться. Это ж кафе, да? Не подавай. Не подавай вида, что мы. Что что-то не так, что мы мокрые просто мы сейчас. Еще что скажем, что мы мокрые. Что скажешь? Чаю черного скажем точно. Чем оплатить-то будем? Скажи. Спасибо большое. Держи.
Можно чай черный сразу, пожалуйста? Да, принесите нам чай. И лимон. Надо признаться, что к тому моменту, когда мы уселись, я уже напрочь забыл обо всех своих проблемах с боссом и картелем. Все, о чем я мечтал, это кружка горячего чая и суп, чтобы согреться и перестать дрожать от холода. Но даже этим маленьким мечтам в этот день не суждено было сбыться. Да, ситуация хороша. Я бы пожрал, конечно. О, блин. Тут сейчас прохладненько, как будто я слона съем. Это твоя фотография. Девушка, есть пульт? Да. А вот. Ага. Во время этапирования в сезон на его поимку были брошены все силы полиции. В Ленинградской области объявлен план перехват, а в городе к поискам подозреваемого подключили Росгвардию и силы местного военного гарнизона. Все патрули работают в две смены. Напомним, что следствие меняет Лапидус обвинение в особо тяжком убийстве, а также участие в руководстве международного оружейного картеля. Начальник местного управления МВД Санкт-Петербурга, руководитель операции полковник, также выступил с обращением к жителям города по поводу резонансного дела. Он несомненно вооружен и очень опасен. К сожалению, из-за следственной тайны я не могу разглашать слишком много подробностей, однако могу сказать, все причастные будут найдены все, уходим, и наказаны. Все, пи***а. Уходи, блядь. Уходи, долбанку. Официантка видела, блядь. Официантка видела, я бы рассказал, что это автография. Что делаем? Тебя ищут по всей стране. Вот что делаешь. Если кто-то еще вдруг не понял, то ситуация, которая была хуже некуда, превратилась в кромешный ад. Мало того, что нас ищет картель, так теперь придется отбиваться еще и от полиции. Совершенно очевидно, что ни я, ни Грек не могли справиться с борьбой на два фронта. Нам нужна была помощь, и единственный, кто в этой ситуации мог сделать хоть что-то, это был мой старый друг Эдик с подвязками в полиции. А молодой человек, извините, не дадите позвонить, пожалуйста? Да, звони. Товарищу надо позвонить, просто. Буквально одну минуту. Да, можно? Все, спасибо. Я секунду. Алло. Алло, да. Алло, привет, это Эдик, это я, это Саша Герасев. Я тебе звоню сейчас с другого номера. У меня супер-пупер большие проблемы. Я сейчас с Греком нахожусь в полной пи***е. И фигурально, и реально. Мы сейчас... Сань, что опять случилось-то нам? Где вы, блядь? Что случилось? Короче, мы с Греком сейчас находимся где-то в пи***е мира, около кафе «Лисий дом», где-то ближе к Финляндии, видимо, уже. Ты что ты предлагаешь? Я предлагаю тебе нам помочь каким-то образом, потому что... Грека сейчас... Послушай меня, пожалуйста, Эдик. Грека ищет вся страна сейчас. Я только что видел новостной сюжет по телеку, где его ищут. И картель его ищет. Мы сейчас находимся на остановке ебаной, на каком-то трассе. Хуй пойми где. Я даже не понимаю, мы близко к городу. Мы, наверное, уже близко к городу, потому что нас еще повезли там. Бля, короче, долго рассказывать, будто чуть не подохли сейчас в Финском заливе. Ты скинуть можешь? У меня... Это не мой телефон. Через сколько ты сможешь приехать? Приеду. И нас надо куда-то прятать срочно. Все, через час буду. Все, давай. Точно? У меня больше нет связи. Точно, теперь уже точно. Не знаю, сколько мы точно ждали Эдика, но мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем он наконец-таки прибыл на место. Несмотря на то, что Эдик был действительно таким, знаете, со своими закидонами и кучей страшно усатых тараканов в голове, он еще ни разу не подводил меня в действительно сложных ситуациях. И поэтому я никак не мог ожидать от него никакой подставы. Я просто не понимаю, точно ли он нас может найти еще вот момент такой важный. Так. А вот что тут делают? Послушай, помните его? Стоп, они ищут его по всей стране. Послушай меня, он сейчас тебе все объяснит. Хорошо, привет. Привет. Спасибо, что приехал. Я даже рассказывать не хочу, какой пи***ц мы пережили. Его ищет картель, его ищут все менты. По нему только что пустили новостной целый сюжет. Желательно как-то закрыть это дело или как-то нас увести. Мы хотели в Беларусь, Беларусь не получилось. Есть предложение. Да. Есть предложение, дело просто так не закрыть. Не устали бегать? Устали? Устали. Устали. Я устал. Босса посадить не получится, потому что вы крышует человека. Почему? Поэтому ты его выпустил. Все, хорошо, все, извиняюсь, извините. Пожалуйста, он за нас, я тебе еще раз говорю. Послушай, что я предлагаю. Я предлагаю
Надо как-то посадить этого полковника. Как только он окажется за решеткой, тогда мы сможем посадить босса. Ага. Есть предложение, как это сделать. Я сажаю тебя в КПЗ на 2-3 дня. Подожди, мы подставляем полковника. Мы как мы его подставляем? Как? Есть у меня одно предложение. Какое? Есть у меня один план, мне нужен ты. Нужна твоя помощь. Саня. Но после того, как ты сквозишь отдать грех. Поговорим минуточку. Идем минуточку. Поговори. Саня, а я тут пришел. Как я буду помогать тебе с полковником? Саня, идем поговорим. Иди сюда. Где ты сюда? Они хотят тебя забрать? Да. Я Эдику сказал, ты доверяешь? Он говорит, я доверяю. Потому что он единственный, кто нам помог. Он говорит, что они не могут посадить босса, потому что его крышует полковник. Он говорит, я хочу сейчас закрыть полковника, но я не могу это сделать, потому что он полковник, а я его подчиненный. Поэтому мне нужен для этого ты. Он еще предложит какую-то хуйню, чтобы я как-то подставлял этого полковника. Но при этом еще зачем-то в залог ему нужно взять тебя. Они тебя в тюрьму посадят. И оттуда уже могут не выпустить. А если поможет? Эй, мужики! Что? Решили что-нибудь? Конечно, мне не хотелось отдавать Грека следователю. Я не мог доверять ему на все 100% и подозревал, что он хочет посадить босса не просто так. Однако мы с Греком были в патовой ситуации, поэтому у меня не было другого выбора. Кроме того, даже если этот следователь и хотел провернуть какие-то свои дела, наши формальные интересы совпадали. Мне было не важно, зачем он хочет посадить босса и его подельников. Гораздо важнее, что босса хотел посадить я. Именно поэтому я согласился на условия следователя. Если полковника посадят, то он выйдет на свободу. Он выйдет на свободу. И к нему вопросов не будет никаких. Не будет вопросов ни к нему, Илья, ни к тебе. Не согласны. И можете бежать на все четыре стороны. Илюш, бери решай это ты. Все, Сань. Решай Сань, ты. Сань, нет, бери Грека. Сань, я тебя подвезу. Саня, пошли, я сказал. Сань, решай. Да? Что делаем? Я тебя доверяю. Я тебе сказал. Это все на твоей будет совести, если что-то случится, реально. Я не ебу. Ну я тебя уже спасал, я за твою жопу уже пригался. Хорошо. А сейчас ну сейчас по нему новости показываю. А сейчас я зачем приехал? Я согласен. Все. Пойдем. Все. Все, Саня. Я надеюсь, мы еще встретимся. Не переживай. Все нормально. Я тебе доверяю. Все. Пойдем, я тебя подвезу. Пойдем. Саня, аккуратно. Пойдем, там тачка. Погнали. Итак. Чтобы посадить босса, мы должны были устранить полковника, который прикрывает картель и решает все его проблемы с законом. Как вы сами понимаете, на этот раз наша цель была очень важной шишкой. Поэтому мы с командой не могли просто заявиться к полковнику домой и крутить ему яйца, там, пока он признается во всех своих смертных грехах. Нужно было действовать хитрее и основательно. Подготовиться. Для начала мы с помощью информации, полученной от следователя, установили слежку за полковником и его машиной. Нам важно было понять, что он за человек, где он живет и как двигается. Поэтому мы досконально изучили все его маршруты, привычки и паттерны поведения. Мы следили за ним неделю, собрали просто кучу информации, и только когда поняли, как сможем надавить на него, так чтобы он уж точно не отвертелся, приступили к активным действиям. Так, ребят, это он идет? Вон там, спереди, справа. С портфелем? Да. В руках вот сумочка. Да, вон точно. А, это все? И, ну так, надо за ним, знаешь, сейчас следить. Мазда черная. Мы за ним едем? Да, конечно, конечно, едем. Пока, да, ну, давай, не, пока, как понимаю, надо понимать, ничего необычного, но... Мы выезжаем за ним. Главное, близко не подъезжайте, пожалуйста. Да. Сразу скажу, что наш план был достаточно сложным, рискованным и многоступенчатым. Буквально малейшая неточность, одна ошибка, и вся наша подготовка накрылась бы медным тазом. Поэтому, чтобы, ребята, вы испытывали все те же чувства, что и мы в процессе его, собственно говоря, подготовки и исполнения, я не буду вам раскрывать все карты сразу и предоставлю вам возможность самим наблюдать за ходом нашей операции. Так, Катя, он на второстепенку сейчас заезжает. За ним, пожалуйста, едь, только проедь вот метров еще 50-100 вперед и остановись. За ним не вставай, хорошо? Не смотрите на него. Так, все, ребята, Карина пошла. Ее задача сейчас... Сделать все очень грамотно, красиво, классно, не нервничать. Очень надеюсь, все будет хорошо. Все, да, нормально. Короче, Карина – это наша актриса, которая сейчас должна любым способом, понятно, что она не беременна, она любым способом должна сделать сейчас так, чтобы оказаться внутри машины этого, собственно говоря, полковника. А для чего нам это, поймете чуть дальше. Давайте мужу позвоним. Да какое, он в командировке. Эй, угораздил уже. Больно. Ой, блядь, она как орёт, ёпта, сейчас родит прямо здесь. Я не могу встать, я больно. В больницу надо. Девушка, я на работу опаздываю.
Поехали, поехали. Отлично, все, они сажаются в машину, ребят. Все, сейчас нужно ехать за ними. Следи, Карина должна там все доделать. Ай, как больно. Поехали быстрее, пожалуйста. Ладно, все, выезжай, Кать, выезжай. Да, все идет по плану, все хорошо. Главное, чтобы сейчас Карина доделала все, что надо доделать. Этот олух повелся. Все, забись. Если вы вдруг подумали, что посадить к полковнику в машину беременную женщину – это и был наш план, то вы глубоко ошибаетесь. Это было лишь начало, провернуть которое было легче всего. Теперь перед нашей актрисой стояла сложнейшая задача – подменить портфель полковника на нашу точную копию. Этот портфель мы подготовили заранее, ведь как только мы заметили, что полковник с ним никогда не расстается, он стал важнейшим элементом нашего плана. К моему большому сожалению, у меня не было никакой возможности наблюдать за тем, что происходит в машине. Я понятия не имел, подменила ли портфель наша актриса. Или, может быть, полковник заметил что-то неладное и везет ее в полицейский участок, куда в случае неудачи отправимся мы все, а Грек и вовсе останется там на ближайшие лет 10. У нее есть буквально 15 минут, пока мы не доехали, чтобы подменить тот самый портфель. Он ни в коем случае не должен заметить этой подмены, довести ее до больницы. И она уже выходит, и он уезжает с этим портфелем. Ближайшую больницу, быстрее, пожалуйста. Ай, только не оборачивайтесь, мне надо белье поправить. Не смотри на меня. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну давай, что ты встал, быстрее. Ай, что, не едет? Все, зеленый. Ай, пожалуйста, быстрее. Ой, как больно. Вроде все хорошо, что он ее довозит до больницы, но я не знаю, получилось у нее подменить портфель, не получилось. Но надеюсь, что все спокойно. Да, все стоит. Кать, вот тут встань, пожалуйста. Слава Богу. Все, подъехали. Мне даже подъехали, легче все. Стало, слава Богу. Сейчас, секундочку. Помогите, пожалуйста, выйти. Все, ну, поехали. Спасибо вам большое. Давай провожу. Да я все дойду. Спасибо Довести? Вам большое. Все, спасибо. Еще раз огромное спасибо. Ага. До свидания. Все, уезжает, заебись. Да. Кать, Кать, подъедь к ней поближе. Карин! Получилось? Все, заебись, получилось, охуенно. Все, езжай за ним срочно. Он, наверное, в отдел едет. Едем за ним прямо сейчас. Едем за ним, все, в отдел. Получилось поменять сумку. Портфель поменен, едем за ним, все срочно. Когда наша актриса подала мне условный знак, что все прошло хорошо, нам оставалось лишь захлопнуть капкан. Дело в том, что портфель полковника стал нашим троянским конем, который он проглотил вместе с беременной наживкой. Теперь будущее операции было в руках следователя, а мне оставалось лишь ждать его сигнала. Убегаете, да убегаете. Все понятно. Все понятно. Вы взрослый человек, я взрослый человек. Может, договоримся на берегу? Уже я поспорил. Взял взяточку, носил оружие с собой. Вы что понимаете? Не мое. А что, мое? Не мое. По-хорошему не хотите, да? Хорошо. Понедок, зовите. Сейчас будет вестись. Здравствуйте. Пожалуйста, эти, да? Угу. Вот туда не мешайте. Угу. Тоже... Будет вестись? Да, пожалуйста. Оперативная съемка. Будем смотреть, что же у нас такое подозреваемый Архипов Андрей Анатольевич, полковник, между прочим, натворил. Итак. Как вы уже, наверное, догадались, все прошло точно по нашему плану. С помощью вещдоков из дела о картеле, который для нас достал известный вам следователь, мы за один день смогли сделать то, что следствию не удавалось сделать долгие годы. Избавиться от крыши картеля в полиции. Теперь, когда отпечатки полковника есть на пистолете и деньгах картеля, арест босса – это дело времени. Я, кстати, по линии будем писать? Я ничего не совершил. Отказывается.
Ну что ж, в таком случае в моей допросной через 15 минут. А понятой со мной? Я тоже буду. Товарищ полковник, жду вас у себя в гостях. Начать. Ты прям как-то агрессивно с ним. Ну не знаю, это прям. Ладно, пойдем. Нет, вы только подумайте. Благодаря нашей дерзости и отваге мы запустили огромный процесс, в результате которого упадут самые большие и крепкие доминошки. Мне действительно казалось, что мы никогда еще не были так близки к победе, ведь от нее нас отделяла только пара юридических формальностей. Давай, проходи. Так, свет. Вот эта комнатка. Вот такая у нас комнатка. Давай, присаживайся сюда. Так, еще раз обсудим с тобой план действий. Давай. Что бы я ни говорил, ты только киваешь, ага, и соглашаешься со мной. Хорошо. Пустим? Так. О, Андрей Анатольевич, давно не виделись. Хотите, ложитесь, Андрей Анатольевич. Давайте все. Расскажите по-честному. Это вопрос? Нет, русская беседа. Да, такой запрос. Я только что с кабинета забрали, как вопрос. Вы же понимаете, взрослый человек. Но не буду же вам объяснять, как что работает у нас. Давайте расскажите, откуда взяли деньги, откуда взяли оружие. Мне все это подбросили. Ну, кто подбросил, говорите. Я все 10 лет учил. Как ты можешь мне такие вещи говорить? Я тебя сколько раз отмазал, не помнишь? Забыл, да, хорошо забывается. Сколько раз отмазал? Я, конечно, с вас, Андрей Анатольевич, ездите на иномарке, дачу настроили. Появляетесь на работе раз в месяц за зарплатой бухгалтерии. Я много-то знаешь о моей работе. Скоро узнаю побольше. А ознакомьтесь, это Александр. Наверное, вы запомнили его. Наш понятой. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Он видел. Что он видел? Как мы у вас изъяли деньги. Было? Да. Было. Изъяли оружие. Да, хорошо. Изъяли оружие было? Было. И отпечатки ваши там тоже есть. Будь опираться, может, и хорошим. Моя совесть чистая. Я ничего противозаконного не совершал. А тебя сама не кажется. Чем дольше я слушал следователя, тем меньше становилась моя радость от победы. Головой я понимал, что его злорадство вполне оправдано, ведь он наконец-таки смог рассчитаться со своим продажным начальником. Однако меня все-таки не покидало чувство, что я являюсь свидетелем не торжества правосудия, а личной вендетты, в которой я всего лишь пешка. И вот как бы я ни хотел, чтобы моя интуиция меня обманывала, как бы я ни надеялся, что эта игра закончилась, но реальность в очередной раз доказала, что я ошибался куда сильнее, чем мог себе представить. Раз опираетесь, по-хорошему не хотите, проведем очную ставочку. Есть у нас один свидетель. А сейчас увидите. Сейчас увидите. Сейчас посмотрим. Григорий Григорьевич! Проходите. Знаком? А это ваше сделано. Да. А это Григорий Григорьевич Лапуш. Предприниматель, директор транспортной компании. Он заявляет, точнее, уверяет, что вы в свое время пытались отжать у него бизнес. Да. Какой бизнес? Транспортный бизнес. Попытки крышевания, вымогательство денег. Это бред, бред. Бред. Игорь Григорьевич. Был. Кстати, Александр. Да. Сотрудник той же самой транспортной компании, и он все подтвердит. Было? Да, было. Точно? Да. Андрей Анатольевич, улики, свидетели. Может, хватит опираться, давайте по-хорошему. 15-20 лет. Может, меньше, хорошее поведение. Поедете на дачу, к внукам. Мы все подбросили, моя совесть чиста. Будьте опираться, да? Ну ладно, денечек посидите, другой, может, чего вспомните. Сейчас. Охрана, лади. Хорошенько, подумай, завтра зайдешь. Только когда полковника увели, я отошел от шока, и до меня дошло, как же сильно меня развели. В моей голове наконец-таки сложился весь пазл. На самом деле, единственным продажным полицейским в комнате был следователь. Это он тогда договорился отпустить босса и решил повесить всех собак на Грека. Я же сам видел, как он извинился перед боссом и жмет ему руку.
То есть он с самого начала работал на босса, а полковник, которого я собственными руками упрятал за решетку, похоже, на самом деле был последней занозой в заднице картеля. Получается, что из-за моих поступков босс не только не сядет в тюрьму, но и получит полную свободу действий. Ведь единственный, кто мог противостоять картелю, только что отправился под следствие. И все по моей вине. Что он тут делает? Что он тут делает, блядь? Слушай, ты, блядь. Что? Слушай, ты помнишь про документ? Помнишь бумагу? Твое признание у меня лежит. Ляпни что-нибудь. Пойдешь в лес со своим греком, понятно? В смысле, мы должны грека освободить? Грек освободить? Грек! Грек у нас! Босс мафии! А ты сейчас только что все это подтвердил своим признанием. Что происходит? Охрана! Охрана, забирай свидетель! Мы сами выйдем. Я все понял. Это полный пи***ц. Забери! А мы будем бежать, Александр! Я сейчас с ним сейчас вместе? По всем законам жанра, эта серия должна была закончиться здесь и сейчас. Но я прекрасно знаю, как вы не любите, когда я обрываю видео на самом интересном месте. И поэтому я уже не в первый раз предлагаю вам прямо сейчас посмотреть продолжение этого видео на BigaLife. Там я выкладываю продолжение своих видосов раньше, чем на YouTube. И уже сейчас вы сможете найти там продолжение этого видоса. Это все абсолютно бесплатно и не требует от вас никаких усилий, кроме как перейти по ссылке в закрепленном комментарии и подписаться на мой аккаунт в BigaLife. Кстати, я не исключаю, что с продолжением блокировки YouTube я начну заливать туда полноценные видео, чтобы вы смогли смотреть их в высоком качестве и без тормозов. Поэтому, если не хотите ждать продолжения на YouTube, которое выйдет только через месяц, то переходите на BigaLife по ссылке в закрепленном комментарии и наслаждайтесь продолжением прямо сейчас. Увидимся на BigaLife по ссылке в закрепленном комментарии.